Как убрать масло из колодцев свечей зажигания? Интересно, смотрим дальше. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз. Всем привет! Меня зовут Виталий. И хочу поблагодарить всех тех, кто досмотрит видео до конца. Всех, кто подпишется на мой канал и поставит лайк, так как вам эта тема уже интересна. И так как если у вас в колодцах свечей зажигания есть масло, вам может быть интересно, что вам нужно сделать, чтобы слить его оттуда. Хотя важнее всего нужно найти, откуда оно туда попадает. И я думаю, что вы уже решили эту проблему методом замены прокладки, и вы знаете, что пока масло больше не попадает туда, либо в малых количествах, то проблема как бы должна быть решена. Так что давайте еще раз подведем итоги. Хотя масло в ваших свечах зажигания имеет большое значение, вам не нужно будет разбирать двигатель для очистки, чтобы его оттуда убрать из колодца. После того, как вы нашли и убрали неисправный компонент, все готово для того, чтобы начать очистку масла из колодца. И все, что вам нужно, чтобы его оттуда удалить, это выкрутить свечи, где есть масло. И зачастую мы используем в виде распылителя немного очистителя карбюратора, по удобству, которое наносится на отверстие и разжижает масло, убирает остатки копоти внутри колодца и при определенном количестве даст маслу стечь в камеру сгорания. Если под рукой у вас такого средства нету, то зачастую используется керосин, которым по факту вы разбавляете масло, и потом при нагреве двигателя у вас керосин просто испарится и не оставя следа внутри колодца. Так что после того, как вы промыли, скажем, условно керосин в колодце, вам нужно назад закрутить свечи и дать двигателю сжечь остатки ирокеросина или того, чем вы решили заменить и разбавить масло. Так что я думаю, что это видео вам будет полезно. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписались, чтобы увидеть новое видео по вашей тематике. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз.